Сегодня мы начинаем Алахот Рошана. Говорим о Ноагим Бейрив Рошана. Так что у нас в Минаак есть дело Атарат Недарим. И Атарат Недарим это аннулирует наши недры. Чтобы прийти на Рошана чистым, потому что бывают такие недарим, если человек делал недр и не исполнил их, говорит, Бог говорит, я такому человеку сделаю бойкот. Говорю, не хочу его тфила слушать, молитвы не принимается. Говорю, полностью excommunication, вот это все, он отделил его. Поэтому надо делать Атарат Недарим, чтобы открыть эти проблемы. И есть такие Недарим, которые человек во сне сделал, а теперь не знает, никто из них не знает. Говорю, поэтому лучше сделать Атарат Недарим, чтобы судьи были 10 человек. 10 сидели. 10 people. 3 можно, только который днем человек сделал. А если он сделал ночью, это не откроется, пока 10 не сделал. Поэтому надо 10 people. Потом поменяться. 10 для этих, потом 10 для этих. Меняется. Поэтому хорошо надо учить Алахот Недарим. Очень детально. Женщины, как я делал Атарат Недарим, они могут своих мужей или шалиях сделать. Скажут, сегодня пойдешь утром, сделал Атарат Недарим. За меня тоже аннулируют, пусть вот, Бедин, вот эти 10 человек, пусть они аннулируют тоже мои Недарим. Ты будь моим посланником, шлиях. А, если может женщина, пусть придет сама в синагоге, тоже считает Атарат Недарим. На женщине есть облигейшн? Да. Женщины тоже облигейшн. Не обязательно шлихот, но недарим надо тоже ей сделать. Аллюнирует она дарим. Ваавши бааль яхон льет шлех летарат недар и что? Иша эна юхола льет шлуха летарат недар бааля. Даже муж может быть посланником для своей жены, чтобы атарат недарим сделать. Женщина vice versa, наоборот, не может быть посланником для мужа. Говорим, что женщина, его тело, как говорится, как его тело. А не написано, говорит, Иша Кегуфо, Кегуфа. Мастерих, Бааль Кегуфа не говорится, Бааль, и что Кегуфо написано? Они Бааль Кегуфа. Так не написано, муж, как ее тело не говорится, написано, она как мое тело. Мастерих, Уба Асмола Лейха для Этер Недарав. Теперь насчет, как можно сделать Атарат Недарим через своих родственников, братьев, папы, мам. Кола курвим кширим ле Атарат Недарим. Все мужчины, которые родственники этому человеку, они тоже могут быть даяним и сделать Атарат Недарим. Обычно даян, когда судят друг друга, да, родственник не может быть. Там денежные разборки или там геи. Или Хупавики Душин, это все вот эти свидетели, они не могут быть родственники. Но Атарат Недарим, даяним, они могут быть родственники даже. Папа, брат, Мильват Бааль или что? Кроме муж своей жене. Муж не может Атарат Недарим сделать, потому что это уже много времени пошло. Шеэн Яхон Лешевит Леатир Недар и что? Он не может быть один из судей, муж, чтобы сидеть. Как присутствие, как был даян, судья, чтобы открыть этот недер своей жене. Вечли из Аэрчи Миши, и что не вцад бы азират нашим, вишвили атарат недарим, что ем, мяшлуша, а мы терим, это недарим. Поэтому, если во время, когда делают атарат недарим в синагоге, и вдруг мужу посадили ее, как один из троих даяним, говорю, садись, садись, ты будешь один из троих даяним, и женщина сама стоит в Израат Нашим. Он не может быть one of the three judges. Потому что муж не может быть матир недер. Он не может быть джадж для нее. Бафим еш душа бил адав юшвим латарат недарим. Итнеев юмар шиба латир лохола каал хуцм лишто. Даже говорит, кроме него, там 10 сидят. Трое, говорит, сидят без него уже. Посторонние да, сидят. Он сделает цена и условия, говорит, что я открываю только для других, но не для своей жены. Вот эти три, которые посторонние, они откроют для моей жены.
Теперь насчет атарат неадарим дерех телефон, через телефон, можно или нет. Катав маран шухан рух симан рейш кавхед царих анудер лаво лифне аматерин кшиатиру ло. Шухан рух написал, говорит, ханудер, человек, который сделал недер, хочет открыть свой недер, надо прийти к нему лично. Вейну усе шлиях, он не может шлияха сделать, лишь он алнидро. А? Даяну, который атар недерим делает. Леда тру вапуски. Мятура яхоля анудер лимнот шлиях ли ишаэль алнидро. Большинство пуским говорят так, говорит, Патори может человек нанять шлиха, посланника, чтобы атарат недарим сделать. Эле ша хахамим тикну, ша царих анудер ба ацму ляво ли шаэль алнидро. Хахамим сделали так, она, что сам, который сделал недер, сейчас хочет открыть недер, он должен лично прийти. И причина в чем? Первое. Кедеши идбаеш анудер вло яргиль. Особо недарим. Первая причина, чтобы он, когда приходит человек к судьям, он же теперь сейчас будет стыдиться, говорит, о, я сделал недер, и теперь свой этот недер не могу исполнить. Стыдно должно быть. А если через шлиха сделал, говорю, я же не иду же, а через кого-то делаю, стыдно не будет. Поэтому хахамим сделали, так она говорит, нет, шлиях нехорошо, надо самому прийти. Вторая причина, что царихли парет, это недер, это сиба. Во-первых, должен сам прийти хозяин, который сделал недер, он должен объяснить, почему ты сделал недер, почему ты сейчас не хочешь исполнять недер, в чем причина. В имя шлях и шлах шлях, если он посылает посланника, мы подозреваем, что шакер в луюмар это сиба амитис. Шам шалиях, он неправильно ответит, шекер сделает. Неправду скажет. Причина в чем? Почему твой посланник не исполняет недер? В чем причина? А какие-то там причины найдет шалиях, чтобы отмазаться. А это не причина настоящая была. Надо сказать настоящую причину, почему он не может соблюдать. Бакату опускаем, чтобы недер дарабанан яхон лишаэль ал недро баим цаут телефон. Если это недер, который Исур только дарабанан по мудрецам. Это недер, который только запрет исполнения по мудрецам. Он может через телефон сделать. Позвони по телефону и сказать, говорит, вот такой ты недер, я хочу аннулировать. Декан эн хесрон шемой лой ипатер это недер карауй. Павши хасаркан это там аришон кедейши идбаеш. Медиават ившар ля кель бифрат бит. Ватарат недарим шел эрев рошана. Спешили это эрев рошана. Если дарабана недер, можно сделать через телефон. Шатара ал минхагим он недарим ши шихахума лисикун. Медиават ившар ля цеди дихуват атарат недарим бит телефон в ют. Медиол и шлушам миадианим шешкан от адам нусам мимакеши датара. Вот. Бедиават говорит, человек не может прийти на Эрев Рош Шана, атарат недарим сделает. Позвонил своему другу, говорит, сейчас в этот момент делает атарат недарим, за меня тоже попроси. Этот друг, который находится в синагоге, говорит судьям, есть еще один есть, на телефоне сейчас он прямая трансляция, он хочет недарим тоже. Аннулировать свины. Тогда можно. Окей. Кого надо иметь на его тоже. Теперь как мы говорим текст? Какой текст должен быть, когда атарат недарим делаем? Ба атарат недарим царих ши юште кивуцот нефрадот. А мы вакшим атара ваюшвим аматирим. Должны быть две группы, которые спрашивают свой недер и которые сидят. Вейн латир бофен шикола цибур юмру яхад им кола нусах. Это неправильно говорить, что все вместе говорят один и тот же текст. Никто там не сидит. Должны быть две группы параллельные. Одни спрашивают, другие разрешают. Улам, мемсират мудаа яхол кола цибур номар яхад эт мемсирата мудаа ва кабалата. Никшав шикола хад мусер мудаа лишар
Но когда люди спрашивают недер, все могут слово в слово, все должны читать, и судьи должны слушать. Понятно? Не обязательно от каждого отдельно слышать. Можно все хором читаем, тогда не получается, надо читать надо. Надо читать. Вечли имана милумарс мисират муда балахаш. Видите, нехорошо говорить, шепотом читать. Надо громко читать, чтобы они слышали. Или если ашмели узнав, Маши Умар говорит. Значит, хотя бы сам громко читает, чтобы самому было слышно. Понятно? Не глазами просто следить, самому было слышно out loud. Улам энцарех чуюшвим ишму, то, но не обязательно, что вот эти присяжные, которые сидят вот эти в суде, не обязательно, чтобы они услышали, не обязательно. Хазан может читать громко, весь кагал может читать чуть-чуть тихо, но он, собственно, сам услышал, что он читает, сам, который говорит, услышал, что читает. Сам себя, чтобы ты должен услышать. Человек не читает, что делать. Не, надо читать ему. А если не может? Хотя бы половинку хоть прочитать. Иврит не знает. На русском есть текст. Сейчас все по-русски написано. Тексте. На слихот есть. Слихот. Теперь молитва Эрев Рошана. Бетфилат шахарит бе Эрев Рошана. Эн умрим, виду имени Филат Апайм. Эрев Рошана. Это будет когда у нас Сандей. Эрев Рошана. День недели будет Сандой, мы не говорим видуй, эрев рошана, шахарит уже не говорим видуй. Влом из мор янха, да, нам на цеях тоже не говорим, тфила ладавим не говорим. Как будто эрев йом тов, как эрев йом тов, с утра уже не говорим, мы тахану, эрев йом рошана. Сандой? Да. Вафаль пиши беслихон, эрев рошана умрим, именно до. Эрев Рошана, слихоти мы говорим ведуй, в шахарит уже не будем говорить ведуй. Даже уже мы говорим слихот уже после Аулота Шахар, после Нец, после Зари. Вафилю хигиу алейм, ахар Аулота Шахар, кодом Алиса Хама. Вот смотрите, говорит, смотрите, что написано, хидуш. Ваафаль пишет песнихот Бейрев Рошана умри миду и манифилатапаим. Афилю гиу алейм ахар алота шахар. Кодама нецахама, аваль ахара нецахама асурли номар видуй. Шухан Рух пишет тав кув пи алиф. Сив гимл. Хазон Амайди тоже пишет. Даже не скажем слихот говорится в 7 часов. Даже говорится 7 часов слихот говорят уже это после зари. Так? До нецахама я могу сделать видуй. В слихоте. Но если после нецахама видуй делается видуй, в слихоте уже нельзя. Слихот после нецахама, эрев рошана, видуй нельзя делать. В воскресенье, если у нас слихот будет 7:15, слихот уже говорит, видуй там уже не делается. Но слихот есть. Слихот есть. Да. Эрев рошана, ахаре нецахама, видуй уже не говорят. Это Хазон Увади пишет. Это хидуш в этом году для нас. Почему? Потому что Ялкут Усева откроешь, написано «Слихот Эр Рошана» говорят «Видуй». Вот так, все. Он не объяснил, что это значит. Если он объясняет эту книгу Ор Аллаха, что «Видуй», когда можно говорить «Слихот» и только до Нецахама Эр Рошана. После Нецахама уже нельзя. «Поминха шлифне Эр Рошана умрим видуй винифлат апаим». Но в этом году так не получается. День до Эрев Рошана. Минха говорят видуй. Таанит бе Эрев Рошана. Еш нуагим ли танот бе Эрев Рошана. Есть минхак. Эрев Рошана держат таанит. Поститься. Еш мя нуагим ли танот шухлим миат кодим алота шахар. Есть, которые постятся, они до зари, до дон, вот это алота шахар, кушают обед, и потом весь день они постятся. Когда лит хазек в лигмор таанит бешалом. Мы нахон шукодим шинхули. Поэтому, когда они идут спать, так, вот и шаббат будет в этом году, эрев рошана,
делают тнай, условия, говорит, для меня это они не начинают, только с Амуда Шаха, from Зари. Я буду кушать поэтому. Готов лахмир в лиманами ахира в штиале гамри. Вообще лучше не, всю ночь не кушать, как Зоар пишет. Ватам шимитам. Почему мы должны поститься? Эйр в Рошана. Это не обязательно, это минхаг. Если у нас есть смех, ми мидраш, Рабби Танхума. Мидраш Рабби Танхума пишет так. Млакахтем лахем бьома ришон. Да, написано в пасуке, возьми себе первый день Суккот. Да, это и трог, там вот это все вот это. Это пасук пишет. Мы сделаем теперь драш делаем. Михир Ишон, разве это первый день? Тишрея, что ли, это? Когда оно Суккот? 15-го Тишрея. Что написано? Первый день возьми это Суккот. Это разве первый день? Это Тетвав же будет? Или Ришон на Хижмон? А вон, вот, говорю, это первый день. Когда уже начинается делать грехи люди. Потому что до этого все они бизи. Сейчас мы делаем чува. Никто грехи не делает, наоборот. Йом-Кипур прошел, 4 дня, человек бизи обратно покупает и трог лулав, строит Суккот. Нету времени делать греха. Как Йом Ришон стал Суккот, уже человек отдыхает, начинает грешить. Это первый день, который делает человек грехи. Любой. Машаль на медина, шехаевим масля мелех, вно не тнуно. Это как было машаль. Одна сторона должна заплатить такси, такси царю. Они еще не отдали. Уба, Леа, Бахайль, и вот приходит армия царя, чтобы силой забрать такси. Ученить Карева, Леа, Бейсер, Парсаот. Когда вот эта армия пришла к этому городу, 10 метров от этого, это 10 километров, и отцуг дуле Амидина, говорит, начальники, вот эти министры этого города вышли навстречу. Говорю, нету у нас, нету, говорит, таксов, нету денег заплатить. И не ахнаем шалиш, киванчи нет карев ютер. Яцу бинуни, аир ликрато, говорит, не ахнаем шалиш, ашини. Говорит, царь говорит, ладно, говорю, я вам третью часть отменяю. Теперь они подходят, армия подходит еще ближе к городу. Они просто говорят, плиз, не трогайте нас, не бейте нас, говорят, у нас нету чем заплатить. Уже король говорит, ладно, говорит, я еще одну третью часть отменяю. Когда уже армия пришла к городу с царем, говорит, они просят, у нас нету, серьезно, нету денег заплатить. Царь говорит, ладно, говорю, я прощаю весь ваш долг. Как Амелек Зея Куруш Браху, Бене Амедина, Элю Исраэль, говорит, это все Машаль. А что был Нимшаль? Это царь. Кто нас царь? Ашем. Он приближается к евреям. Бене Амедина, Элю Исраэль, Шемис. Шемисаглим, а вонот кола шана, говорит, мы весь год грешим, теперь надо за эти грехи заплатить. Эрев Рошана, Агдулим, Митаним, Умиватер, Лаем, Шлиш, Амнутеем. Поэтому Эрев Рошана, Гдулим, большие люди, говорит, они постятся Эрев Рошана. Чтоб хотя бы Бог, говорит, одну треть часть, Он простил нам. Бьюдалит Ямим, Винуним митаним умаветер лейм бет шлишим. Но 10 дней раскания, есть гдулим тоже 10 дней подряд, они что? Они тоже постятся 10 дней раскания. Бог обратно прощает еще одну третью часть. И в день Кипур все постятся. Говорю, это полностью нам очистил наши все грехи. У Моцей Йом-Кипур все начинают строить Суккот. Когда закончился Йом-Кипур, сразу вечером. Купает лулав. Нет никаких грехов. Поэтому первый день, это когда, говорю, когда первый день Суккот. Окей, на сегодня мы остановимся, пока.